Мур, привет, друг, это Зверько. А что нам готовят разрабы? Новое выживание. И это настолько увлекательно, что я решил сделать обзор. Мы с Тамарой стартуем парой, то есть Беатрис. Тут все участники Беатрис. Главное не запутаться. После приземления у тебя в руках только меч, а достойное оружие еще предстоит найти. Естественно, оно спрятано в мобах и других игроках. Навыка активных 2. Это прыжок и смена оружия. А тащить с собой мы можем только два вида стволов. Также есть два дополнительных навыка и колбы исцеления. По закону мира стены не простреливаются, хотя вот бумеранг почему-то пролетает и наносит урон. Наверное, можно еще ножом достать, но пока не удалось проверить. Сверху у нас есть три слота под инвентарь, который состоит из шлема, бронежилета и обуви. Обувь увеличивает скорость перемещения, броники добавляют здоровье, а шлема увеличивают обзор. Чем больше обзор, тем дальше взор. Класс предметов делится по звездам. 1, 2 и 3 звезды. В общем-то все просто и весело. Что по стволам? Нож, веерный удар, маленький урон. Бумеранг летит на среднюю дистанцию, может поражать цель дважды. Автомат выдает 4 очереди до перезарядки и из него довольно просто попасть. Дробовик имеет 2 заряда и хороший урон вблизи. Винтовка с самой низкой скорострельностью, но стреляет очень далеко и больно. Гранатомет со средним уроном по площади. И неожиданно миниган. Человеческих жертв 0. Миниган, из которого хрен попадешь в противника при пинге 150-200. Как его получить? На карту выпадает периодический ящик с лутом, в котором обычно лежит миниган плюс трехзвездочный шлем. Не знаю, это у меня баг или пока не реализовано, я не мог отменить стрельбу минигана. Хотя вижу внизу кнопку отмены. Что же приготовили в дополнительных навыках? Они весьма разнообразны и забавны. Знакомое нам превращение в машину, бросок крюка или постановка стенки, через которую также не пробивают пули. Есть преобразование пространства, которое телепортирует тебя в случайное доступное место. Есть поле, ограничивающее перемещение и оглушающее при соприкосновении со стенкой. Детонатор – это практически ручная граната, но самое потешное – это превратиться в камень. На время ты превращаешься в предмет интерьера или лута. Ты не можешь стрелять и не можешь лечиться, но можешь в таком виде перемещаться. Довольно забавно видеть, как к тебе крадется амфора. В общем, режим мне неожиданно понравился, хотя я не люблю королевские игры за долгую подготовку. Вдобавок, возможно, добавят альтернативный огонь в незаполненный третий навык для каждого ствола. Ну а на этом все. Ставь лайк и подписывайся на канал, если хочешь. Удачных боев, друг! Тупый яд, подак ушел, мертвый отряд.